Всем подписчикам привет! Сегодня хотел поделиться одним прибором, очень полезным, который выпускает наше российское предприятие и который, в принципе, заменяет собой процедуры в санатории. Это облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОФК-01. Выпускает у нас наш горьковский завод аппаратуры связи имени Попова в Горьком. Он уже достаточно давно у нас в пользовании, и мы пережили с этим облучателем все напасти типа эпидемии ковида, гриппа и всего остального. Не без помощи вот этого облучателя ультрафиолетового. Это хороший прибор, надежный, простой очень, и выпускается именно нашим российским предприятием. Что он себе представляет? Он представляет из себя кварцевую лампу, открытую кварцевую лампу, так называемую, которая помещена в корпус, металлический корпус, направленный с изменением направления, и имеет для лечения различных заболеваний насадки соответствующие. То есть насадки, которые надеваются на корпус этого прибора и позволяют делать процедуры по лечению или облучению ультрафиолетовым светом полости носа, допустим, полости уха, полости горла, то есть лечение инфекционных заболеваний типа ангины. Также с помощью этого прибора можно обеззараживать помещение, то есть его стерилизовать после больных, после каких-либо других вредностей. Он очищает воздух. Прибор простой в использовании и произведен в России. А вообще он незаменимая вещь для домашнего, так сказать, санатория. С помощью этого прибора вы можете осуществлять лечение и процедуры на дому, не выезжая куда-либо. Для лечения и использования применяются защитные очки, потому что ультрафиолетовая лампа, она вредно влияет на зрение. То есть вы перед этим надеваете очки, включаете прибор в сеть, и он начинает у вас работать. То есть вот эта кварцевая лампа ультрафиолетовая начинает разгораться в течение 5 минут, и получается, во-первых, ультрафиолет и озон. То есть начинает образовываться озон. И этот озон, или О3, он и оказывает воздействие на какие-либо полости, которые нужно обеззаразить. Вот, допустим, сейчас надета насадка для лечения полости носа. То есть вы можете пропустить в полость носа и подышать какое-то время. Вот такой вот ценный, незаменимый аппарат, который производит у нас Горьковский завод. Название его — облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОФК-01. Цена сейчас его немного более 2000 рублей. Можете заказать или на заводе, или через какую-то интернет-аптеку. Спасибо всем за внимание.